Новый феномен потряс Суперлигу, и это кот Ориона! От адмирала фон Пушапа железного танка до Винса Лиги Непобедимых. Величайшие умы одержимы раскрытием секрета загадочных схем! Будем тренироваться весь день! Ха! Этот кот Ориона всего лишь грязный трюк. Почему не я его придумал первым? Будем тренироваться всю ночь! Я дам $1 000 000 тому, кто взломает код Ориона! У вас есть мозги, у меня есть баксы! Будем тренироваться всю неделю! Я считаю, что код Ориона скрыт на этом старом снимке. Сначала складываете количество полосок на их носках, затем умножаете их на количество игроков с повязками, вычитаете количество усатых игроков и число пи. Пи. Будем тренироваться весь год! Больше глупостей в жизни никогда не слышал. О, у меня уже голова болит от их кода, чуваки! У этих команд хотя бы есть план, да? Как и у нас. Я записал все схемы Ориона в этом сезоне. Все приемы Ориона? Каждый прием. И мы их выучим. Все приемы? Их ведь много, тренер! А вот и остальные. Но матч уже завтра, тренер. Тогда вам лучше приступить к учебе. Я больше не могу! Это ничего не даст! Знаю, это скучно, Шейкс, но другого пути нет. Но вся Суперлига взламывает код Ориона несколько месяцев. Как мы это сделаем за несколько часов? Да, нужен безумный гений, чтобы взломать код Ориона до игры. И я знаю одного такого. Привет! Профессор? Вы здесь? Гавайская пицца с носком? Так себе! А? Профессор? Может, его здесь нет? Оу, Шейкс, мой главный игрок! Что случилось? Профессор, что здесь такое? Я просто смотрю любимое реалити-шоу. Подсказки Суперлиги. Оно классное. Подсказки Суперлиги? Да. Тебе стоит увидеть отпуск Кул Джо в Альпах. Очень стильно. Сейчас? То есть вы сдались и больше не разгадываете код? Я был очень занят несколькими проектами. Например, исчезновением пиццы? Ха! Это автоматическое кресло для ленивых. Все в одном. Посмотри на все эти функции. Я добавил качание. Конечно, недочеты пока еще есть. Бросьте, профессор. Это не вы. Вы величайший ум, который знала Суперлига. Разгадка кода Ориона где-то рядом. Хотите остаток жизни спать под старыми коробками от пиццы? Или хотите быть человеком? Нет, героем, который взломал код Ориона? Закат над Страйкалендом. И весь мир все еще бродит в потемках, пытаясь разгадать код Ориона. Итак, парни, вот и все. Теперь забудьте о коде Ориона. Да. И забудьте о профессоре, если, конечно, вам не нравится старая пицца. Мы усердно тренировались и выучили все схемы. Думаешь, мы сможем победить, Раста? Победим или проиграем, но мы должны показать Ориону, что суперстрайкеров тяжелее взломать, чем любой код. Раз, два, три! Суперстрайкеры! Игра началась! И суперстрайкеры неплохо справляются со странными комбинациями Ориона. Но смогут ли они продержаться?
Ведь у тренера Блэка схемы не заканчиваются. Схема 3. На позиции. А это работает. Ты правда думаешь, что взломал код? Ты даже не на поверхности. Что ж, вы видели мой особняк, мою танцевальную студию и джакузи в форме моей прически. Так и есть, Кулджо. Но мой настоящий дом здесь. Куда бы я ни отправился или сколько бы машин ни купил. Здесь, мои братья. Раста, какая это схема? Никакая. Это что-то новенькое. А? Где они только их берут? Гол! Нет, нет, нет! Это бесполезно! Я не могу. Схемы нет, они все хаотичные. Прости, Шейкс. Даже если разгадка кода Ориона где-то рядом, я никогда ее не найду. Пора бы и расслабиться. Я уже начал видеть звезды. Стойте. Может... Шейкс, ты гений! Эврика! Срочно настрой Календ! Скорей! Перерыв! Суперстрайкеры проигрывают 1-0. Смогут ли игроки взломать код? Или сами сломаются под давлением? В любом случае, Бренда, второй тайм нас впечатлит. Тренер ведь придумает план, да? Он всегда придумывает. Смиритесь, парни. Нам его не взломать без... Профессор? Что вы здесь делаете? Ну, ты был прав, Шейкс. Разгадка была где-то рядом. И речь идет о космосе. Профессор сам, как с Луны, свалился. Вы не поняли? Их секретные схемы основаны на созвездиях. Как их название? Орион. Пояс Ориона. Скорпион. Южный крест. Звезды? Ого! Улет! Действительно, улет. И сколько там комбинаций? 60 или вроде того. Ага. 60? Как мы выучим их за 10 минут? Каждый выучит по паре схем. Разделяй и властвуй. Мы ведь справимся, верно? Да! Второй тайм. И если я не ошибаюсь, знакомое лицо в тренерском штабе страйкеров. Но рано радоваться. Страйкеры или на коне, или в пролете. Это Скорпион. Правый фланг. О, вот негодяи! И теперь страйкеры ринулись в атаку! И в какую атаку? Гол! Гол! Там гол! Я вижу! Я не слепой! Нет, глупый, твой кроссворд! Ситуация взятия ворот. Гол! 27. Это телец! Эй! Бык! 13. Близнецы! Юху! Вот это поворот! Страйкеры знают все комбинации Ориона! Следующее? Звезды говорят, что у вас большие проблемы. Ну вот. 32. Это моя. Но как она называется? Это... Почему я не могу вспомнить? Не переживай, мучачо. Все эти созвездия тоже вылетели у меня из головы. Эль Матадор,
Точно! А? На что он смотрит? На разгадку! Раста! Кулджо! Это лев! Гениальная игра защитников-страйкеров! Ну вот, Шейкс! Время сиять!